Молодой студент Денис Кадиров за рулем автомобиля всего полгода, но на дороге чувствует себя уверенно. Тонировка – это удобно, отмечает водитель, особенно когда активно светит солнце. Оптимизма автолюбителя сотрудники госавтоинспекции не разделяют. По правилам, тонировать передние и боковые окна запрещено. Так у меня она хорошо просвечивает. Если нормально видно, допустим, как через мою, то почему бы и нет? Замер светопропускаемости передних стекол в автомобиле Дениса показал, норма превышена на 40%. Молодой человек решил сразу же устранить нарушение. Но это не помогло избежать наказания. Проверка по базе ГИБДД показала, Денис Кадиров около 2 месяцев назад уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и был оштрафован. По закону, если водитель нарушил правила впервые и согласился удалить тонировку на месте, сотрудники госавтоинспекции могут ограничиться только предупреждением. Если же нарушитель отказывается немедленно исправить ситуацию, ему выписывают штраф и требование устранить пленочное покрытие в течение суток. При повторном выявлении данного правонарушения и в случае, если водитель не устраняет пленочное покрытие, то он привлекается к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса административного правонарушения, где уже влечет штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Водителя Олега сотрудники госавтоинспекции остановили уже во второй раз. Свою вину автовладелец признал сразу. Но, учитывая повторное нарушение, сотрудники госавтоинспекции оформили протокол и отправили водителя в суд. Пришлось выплатить штраф. Ну, все зависит, мне кажется, от стажа просто вождения. Если стаж там, да, повышает там какое-то время, то все прекрасно видно. Рейды по выявлению тонированных машин проходят ежедневно. С начала года было зафиксировано более 9500 нарушителей.